Хейо, гайз, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием Castle Crashers. Так, окей, мы убили морского кота или типа что-то такого. Теперь это у нас поле с высокой травой. Ну как, морского кота убили и встретили лесного кота еще. Так, это наши тут уже баррикадируются. Блин, а мне хилки бы ну, сходить купить, ё-моё. Медведи. Оп. Ты еще не дохлый? Не, у этих уже больше хп. Хорошо, что я начал в этот в силу вкачиваться. То бы их вообще хер пробил. Ой, а вот это... То, что они берсеркают, это плохо. Монетка. Так, денежка, денежка стоит. Ага. 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 А можно подойти? Короче, я понял, мне нужно боевого брать питомца на этот раз. Вот сюда. Тихо. Мишки, ну блин, ну постойте. Мне так тяжко с вами драться. Он еще постоянно этот юзает, ветерок. Нахера ты юзаешь постоянно ветерок? Подумай о других игроках. Все, неужели? Я не знаю, кого взять. По сути, я бы от тебя взял. Ну, типа атакующий, но... Хотя у меня денег так много. Китик. Что мне с тобой делать? Баранчика взять? Давай пока с тобой побегаем, потом... Так, где я боевой был? Я понял. Не-не, это жестко. Можно они так не бросать? Я этот. Я понял. Я вас понял, ребят. Мне нужно его застрелить просто. Это
просто жопа вообще. Ну, а вас можно зарубить. О, да, уж это ж... А у меня хила теперь нету. И что вы мне... предлагаете делать? А что такое, что такое, что такое, что такое, а что с лицом? А можно траву вырубить, пожалуйста, мне нужно ХП. Пожалуйста, дай ХП, ХПшку, ХПшку. А где мне ХП брать? У меня одна банка осталась. Все. Я пуст. Это очень плохо. Так, два какие-то... боссом. Найс. Ну, айс. А, ничего не дали, да? Жалко. Ох. Так, одного... Ага. А, не то есть... Ух ты ж, ё-моё. Они сами, короче, растворяются, я понял. Но их можно убить. Главное не дать на себя залезть, и всё. Это жопа. Тихо, тихо, тихо. Да ё-моё. Слишком сложно. Почему платформер такой же сложный? Найс. У тебя только две атаки. Mm.
Нет, 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 стоять. Мне нужно вернуться домой. Так, скрытые на деревьях плоды. Ну, это атакует. Дает мне бегать по воде. Я вижу наверху этого. А где мне закупаться? Пошлите этот новый, возьмем меч тогда. Я думал, ты мне хилить будешь хотя бы. Кузнец. Мне хил нужен. Срочно. Да. Сложно, сложно. Очень. Так, наш вот он. Так, давайте, может, стату его посмотрю точно. 1-3-1. Так, 5-й уровень. Короче, там ничего полезного нету дальше. Блин, а шо, это мне получается нужно возвращаться... Да, сука, тупые соплюхи. Возвращаться самый назад. Идти в королевство. Получается так, да? Или как вы мне предлагаете? Я хочу хил. Пожалуйста, мне нужен хил. Нет, не такой. Да, получается, придется пробежаться. Ради хила. Ладно, давайте тогда хотя бы с вещей повыбиваю. Сейчас пойдем, короче, на все денежки купим себе этот хил. Да. Проверяйте. Просто я не вижу иного способа купить себе это хил. Типа больше ниоткуда мне не падают деньги. Я здесь уже почти буду скоро ваншотить их. Но тогда да, я буду быстрее доходить до хила. Вот и хил. Единственное место, где можно купить. Осторожно, пол мокрый, только что помыл. Не вижу смысла меч покупать. Всего 5? Серьезно? Ладненько. Значит, всего можно 5 этих хилов покупать. Да, если эти. Без воров. Воровской магазин. А я тут, кажется, не был. Угу. Если сломаешь, придется заплатить. Ага, так. А сколько вы хотя бы? 15 нормально. Ну, давай 10-ю, алло. Хорошо. Так, воровская арена.
Погнали, пещера. А, дальше закрыто. Повторно пещеры. Ладненько. Тогда я буду подходить к ним. А, ё-моё! Обидно то, что с них ничего не падает. Ну, видите, это как бы короткий сами по себе под уровни. Плюс уровень. А! Так, тихо. Все. А теперь летучая мышь. Ой-ой-ой, не в ту сторону пошел, ладно. Вот мне вот это... То, что она достает меня, немного пугает. А как я тогда доставал, алло? Можно инфу? Как я тогда достал? Ясненько. Так, вот это было в крысу. В крысу. Ой, блядь. Тихо-тихо-тихо. Лучше отхилиться. О, он сейчас залетит. Все, 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 горючка вылетела, да? Сто пудов из него какашка будет вылетать. Не надо, пускай мне будет лучше кит-серум. А, все, да? Ух. Урон. Конечно бы и защита и хп лучше было тоже. Механический замок. Летущее поле.
Ладно, это, короче, я понял, другая локация, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.